В соответствии с требованиями Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и статьей 35.1 Устава муниципального образования «Город Магадан», глава муниципального образования Юрий Гришан отчитался перед депутатами областного центра о своей работе за 2020 год. Исполнение бюджета муниципального образования «Город Магадан» по доходам составило 8 360 000 000 рублей, что почти на 13% больше, чем в 2019 году. Налоговые доходы выросли на 8%, неналоговые на 39%, безвозмездные поступления на 14%. Расходы городского бюджета составили 8 389 000 000 рублей. Они выросли в сравнении с предыдущим годом на 11%. При этом финансирование социальной сферы составило более 2/3 от общей суммы расходов. Кредиторская задолженность на 1 января 2021 года составила 639 миллионов рублей, что на 150 миллионов рублей меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Муниципальный долг на начало текущего года 1 миллиард 978 миллионов рублей, это на 105 миллионов рублей меньше, чем на 1 января 2020 года. Продолжилось строительство спортивных площадок. В отчетном году введены в эксплуатацию две площадки для сдачи норм ГТО и реконструированы имеющиеся спортплощадки на территории школ 21 и во дворе набережной реки Магаданки 45, корпус 2. Помимо этого реконструированы два мини-футбольных поля на территории школы номер 2 и гимназии номер 30. В поселке Сокол выполнено ограждение футбольного поля в спортшколе номер 5. В год празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в галерее боевой славы отремонтирован и открыт новый экспозиционный зал памяти павших «Будем достойны». Несмотря на пандемию, 96 муниципальных предприятий работали стабильно. В 5 детских садах и школах отремонтированы кровли, в 15 образовательных учреждениях произведена замена окон, дверей и ремонт внутренних помещений. Отремонтирован фасад детского сада номер 2, расположенный в исторической части города. На капитальный ремонт поставлен детский сад номер 1. В рамках городского плана благоустройства во дворах уложен асфальт площадью 38 000 квадратных метров.